Почему фокс-хаундеры используют название животных в качестве кодовых имен? Как животные относятся к войне? Я не понимаю. Негр Дроздов? Такое даже во сне не приснится. Бросаю курить нафиг. Хочу заметить, что в джунглях мне снова доступен радар с тех пор, как я добрался до Петровича. Почему? Понятия не имею. Игра не дает ответ на этот вопрос. Может, этот зеленый берет был маткой этих молекул, и после его убийства они все вымерли? Тссс, там кто-то есть на радаре. Крадемся. А-а-а, мальчик с автоматом вернулся, бежим! Говорят, что болото опасно, потому что ты можешь утонуть. Но я видел, как здесь проехал большой грузовик. Ух, походу, это была ложная тревога. Ну, раз грузовик проезжал, значит, и я смогу. А тут очень даже безопасно. А, черт, назад! Что это было? Ну нафиг это болото. Да блин, отстань от меня. В этой игре, если до тебя добрался ребенок, ты должен выслушать снова и снова все, что он тебе говорит. А говорит он снова и снова одну и ту же фразу, как какой-то робот. Песочек. Нас снова ждет 10-километровая пустыня. Снэйк, берегись, ты на минном поле. Ты кто? Всего лишь один из твоих фанатов. Удачи, Снэйк. Мне нужен миноискатель. Тот самый миноискатель, который я забыл забрать из первого здания из-за того, что я прохожу игру во второй раз. Упс. А вот тебя, козел, я еще не скоро забуду. Да, такие хождения туда-сюда занимают от 10 минут сейчас до 30 в дальнейшем. И возвращаться надо практически всегда, как у тебя появляется новая ключ-карта, которых в игре 9. Посчитайте сами, сколько же серий я сэкономлю, пропуская эти переходы туда-сюда. Примерно столько же времени уходит на таран дверей, в надежде узнать, что же на этот раз открывает очередная ключ-карта. Суровость Metal Gear вернулась к нам во всей красе. Хе, а миноискатель все так же похож на гигантский ключ. Это тебе за все мои мучения в джунглях! Фух, с телепортами покончено. Экипируем миноискатель, и я не вижу никаких мин. Кэмпбелл? Глотай слюни! Никогда их не выплевывай! Плитки на земле выдают твою усталость и раскрывают твое местоположение врагу. Другими словами, плевать на рельсы метро очень опасно. Стальная логика, но я хотел позвонить Кэмпбеллу. Миноискатель показывает мины на радаре. Если проползешь над ней, то сможешь подобрать. Хорошая новость. Креативный ход разработчиков насчет мин. Плохая. Я буду выглядеть полным идиотом, который решил заняться с приседаниями рядом с минными полями. Начинаем занятия гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом, марш! Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. А вот и первые песчаные враги. Ползем. А, фак! Дубль два. Ты ходишь по Нарику песку из японского города Окинавы. Будь осторожен, он крякает, когда на него наступают. Крякает. Песок, который крякает. Обычно песок наоборот заглушает шум. Придется проходить всю эту территорию ползком, потому что здесь нельзя ходить на корточках или просто медленней. Это что за... Фак! Дубль 3. Крякающий песок. Маэс! Я уже третий круг начесываю, убегая от этих солдат. И вместо того, чтобы зайти в грузовик, я заползаю под него. Отлично. Да и вообще, кто придумал одну половину делать бесшумным песком, а другую крякающим? Давай, Снэйк, давай, ползи, бей его! Давай, бей, да! Да пошли вы все! Короче, к черту весь этот стелс, я пру напролом. И оказываюсь чертовски прав, потому что дальше они меня не преследуют. Что это за большая штука на радаре, отмеченная белым? У солдат застолье? Эй, это же тот самый вертолет из первой части.
Ну ничего, подожди, пока я найду себе 20 гранат. Эй, ты же не собираешься взлететь, да? А? Что? Что? Нет, вы шутите. Мои жизни! Помогите! Ай, черт. К черту все это. Пойдем через болото. Ну что, пыхнем для храбрости, да? Ну, с богом. Вроде не тону. Не, я, пожалуй, Кэмпбеллу позвоню, может, он знает, что делать. Вы видели это? Дамы и господа, пропаганда Хидео Кодзимы курения продолжается! Только с сигаретой в зубах Снейк на волне 140,7 может прослушать музыку из игры. Видимо, Снейк и правда курит глюциногенную траву. Вот такой вот грустный ответ на мой самый первый вопрос. Хотя, знаете, мне больше понравился вариант с гигантским боссом сигаретой. Круче было бы только убить одного из боссов, закурив его до смерти. Кстати, Кэмпбелл мне ничего умного так и не сказал, поэтому продолжаем идти вслепую. Вообще, болото — это самое отвратительное место игры. Оно долгое, скучное и вообще непонятно, с какой целью существует. Это просто откровенная трата времени на методе пробы ошибок, и все. Ну неужели наконец пришел? Финишная прямая, давай, Снейк! А, не успеваю! Давай, назад, назад! Я не могу забраться назад. Ну что ж, прощайте. Какая страшная смерть. Можете мне не верить, но способ пройти это место я нашел с третьего прочесывания всего этого экрана. При этом я еще и два раза успел умереть. Угадайте, сколько времени у меня на это ушло. Но я, наконец-то, на месте. Здесь часто проезжают грузовики. Ха-ха, дверь заперта. Опять в болото. Я ненавижу это место. Как один игровой уровень может сильно испортить мнение об игре? Мои мучения в джунглях были только цветочками. Вот они, ягодки, черт подери. Интересно, он пойдет за мной в болото? Нет. Вернемся назад, и он исчез, как ни в чем не бывало. Видимо, это очередной призрак, на этот раз утонувшего солдата. В следующей комнате меня ждет босс, встречи с которым я ждал всю игру. Познакомился я с ним в Metal Gear Acid, и мне же было жутко интересно, кто же он такой на самом деле. Дамы и господа, бегущий человек. Гость, давненько у меня не было новых гостей. Ты вовремя пришел. Я как раз собирался пробежаться. Я бегущий человек. Самый быстрый человек в мире. Смотри, как я быстро бегаю. Да я смотрю, ты прямо обгоняешь поезда. Скоро он там уже прибежит, нет? Видел? Реально быстро. А теперь перейдем к самой главной части. Слышишь этот звук? Это нервный газ. Если ты убьешь меня быстрее, чем нервный газ убьет тебя, тогда ты сможешь выжить. Гонка против времени начинается. А теперь, товарищи знатоки, вопрос. Как такая оригинальная идея сражения с боссом могла превратиться в самое худшее сражение с боссом во всей серии Metal Gear? Жду ваших отзывов на своем канале, либо в комментариях на эту новость.